Владимир Сипягин встретился с директором Института геоэкологии Российской академии наук Виктором Осиповым. Они обсудили перспективы безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами, внедрение плазменных технологий мусоросжигания и естественных механизмов уничтожения отходов. Напомним, Сипягин в инициативном порядке вошел в состав рабочей подгруппы Госсовета по формированию комплексной системы обращения с ТКО в субъектах страны. Виктор Осипов предложил провести районирование Владимирской области по степени пригодности для размещения ТКО. Это означает серьезные геологические исследования. Итогом становится подробная карта с указанием мест безопасного для природы и экономически целесообразного размещения отходов. Владимир Сипягин поручил своему заместителю Александру Байеру совместно с научными институтами организовать разработку соответствующего техзадания. Дальнейшие шаги будут зависеть от стоимости реализации проекта и его доступности для бюджета. На встрече присутствовала также представитель инициативной группы жителей Филипповского сельского поселения Елена Хмельченко. Уже несколько лет филипповцы добиваются отмены решения о строительстве мусорного полигона рядом с их домами. Пресс-служба обладминистрации отмечает, что их позиция нашла понимание у нового главы региона.